Плюс. Человек живет. Но все-таки. Сейчас для меня... Да, меняем жанр. Для меня сейчас будет премьера. Впервые эта песня сейчас прозвучит. И она из спектакля, который Виктор Наумович сочинил. Музыкального спектакля. Под названием «Хаврошечка. Монолог Бабы-Яги». Еще один. Если вы помните, Баба-Яга – это такая нечисть вообще лесная. Вот. Но в «Крошечке Хаврошечке» она, в общем, сыграет свою там положительную роль, потому что там хотят корову зарезать, а Баба-Яга хочет припрятать эту корову, чтобы пользоваться ее волшебным молоком и омолодиться. Я ведь очень-очень-очень пожелал.